Всем здравствуйте! Мы находимся с вами в Москве, где сегодня «Спартак» принимает хоккейный клуб «Сочи». Погода, кстати, сегодня вполне неплохая, и болельщики, я уверен, что с большим удовольствием идут на арену. Тут уже «Спартакцы» брас не проиграли, но шайбу потом себе вернули. Третьяк отбил такой достаточно непростой бросок. Ну, так достаточно неожиданно. Позиция, правда, не голевая была, но все равно для начала игры, так что вратарь еще, может быть, не готов. Ну, так «Спартакцы» в зону вошли, а здесь прием не получился у Аркалова. А здесь выход один на один. Ну-ка, смотрим. И не забивает как раз Ансель Галимов. Вот как раз этот пас. Ну-ка, давайте посмотрим. Ну, я скажу, там такой вход. На тоненького. Хотя нет, вроде бы нормально. Ну, тут, наверное, надо с какой камеры посмотреть. Ну, в принципе, вот тут Точицкого со Шмелевым оставили. Руденков пока во второй тройке. А это бросок Дамира Мусина. И как тут вот сочинцы так позволили прям Мусина бросить? И особо тут даже никто не мешал. Наверное, повтор же после вот посмотрим паузы небольшой. Никишин приложился от синей, но шайба полетела выше цели. И уже гость переходит в атаку. Колготин с шайбой. Бросок. Будочек отбивает. И вот здесь было на самом-то деле достаточно опасно. Но шайба так отскочила. И там такие-то могли побороться сочинцы. Но ворота сдвинуты были. Да, причем Рафаэль Батыршин сдвинул Никишина, а Никишин уже сдвинул ворота. Тут надо было отскок спрогнозировать. Вишневский набрасывает. Ну вот и первый бросок, по-моему, по воротам Третьяка во втором периоде. Не так, что прям много сыграли, но тем не менее. «Спартак» так выстрелился на своей синей. Но все равно удалось сочинцам шайбу в зону достать. Там момент был интересный. Яков Рылов проводил силовой прием, и после столкновения чуть не сам Рылов оказался... Ну, на борту-то точно, а вот на скамейке не уверен уже, за кадром осталась данная ситуация. Кстати, игроки четвертого сочетания «Спартака» в очередной раз отвоевывают шайбу в чужой зоне и что-то там организуют. Вот Радил, бросок, гол 1-0, Лукаш Радил. Ну, началось-то все с игроков вот как раз четвертого сочетания, вот то, что ждал, они поборолись. Я ждал, когда закончится эта атака, и мысль моя заключалась в следующем. Такое доминирующее преимущество «Сочи» во втором периоде, если «Спартак» сейчас забросит, то это может очень психологически так убить команду, я имею в виду сочинцев. И именно так и получилось. Ну, а что касается... Прилично. Вот это силовой прием сейчас. И 1-1. Сочинцы сравнивают. Блистательный бросок. Не менее блистательный, чем на самом деле у Лукаша Радила. Здесь Амир Гараев. Я правильно понимаю, что он-то забил? Стрёмволь, ух ты! Прилично. Вот момент тищет, а! Хороший бросок вообще у Стрёмволя получился. Так, а тут Широков, Талалуев, Талалуев, бросок, гол, Илья Талалуев, 2-1, «Спартак». Вот так не забивает Стрёмволь, в ответной атаке забивает Талалуев. Ну, я скажу, здорово, он так с паузой бросал, показал, что бросает, такую маленькую паузу выдержал и вторым движением бросил. Бросок такой плотный получился. Ну, не думаю, что «Спартаковцы» будут сейчас очень агрессивно в этом большинстве играть. Так получится, получится. Нет, настаивать, скорее всего, не будут. Остается шайба в зоне. И вот так «Спартак» Лехтерев уже забивал. Добивание, гол, Радил, дубль. Лехтерев здорово сыграл, я скажу. Конечно, они там все трое. И Ганзел, и Радил, но Лехтерев. Вот это вот все с всего этой передачи началось. Да, это, пожалуй, ну... скажем так, значительно осложняет сочинцам задачу вернуться в игру. Здесь Шмелев, ну, здесь Квартальнов. Вбрасывание выиграть удалось. Здесь, кстати, Точицкий, но Точицкий не на вбрасывании был. Ну, а сейчас Радил, гол. Хэт-трик? Да, и причем я хочу сказать, что очень давно в составе «Спартака» никто не делал хэт-трик.